Извините. Да ничего страшного. Дядь Вить. Ничего страшного. Ну, сидели, что сидели, кто, кто в подвале сидели. Ну, в общем, зашли они сюда и поставили здесь госпиталь за дубом. Возили постоянно раненых, здесь прятали. Потом пришли с Айдара и сказали, что вы здесь сидите, через два дня здесь будет жарко, уезжайте. Мы побыли здесь неделю, когда они начали здесь устанавливать свою власть. Ехали, стреляли по улицам, здесь на машинах, на джипах. Зашли сюда и подъехали здесь с Айдара, батальона Айдара. И типа первые слова, как вы допустили к тому, что к вам пришли, мол, типа... Как ну, вы допустили, да, что да. мы к вам пришли? Нет, как вы допустили, что к вам пришли вот люди. Ополченцы. Ополченцы, да. Ну и сказали, вечером вы ходите по темному, будем стрелять на поражение. Утром вы ходите, рано утром, будем стрелять на поражение. Не выходить, ничего, мы сидели в этом подвале. Они зашли сюда, начали с тех домов, в этом вот белом доме, в подъезд бросили гранату шумовую, там были люди. Здесь. Потом пришли по этим домам, и к нам пришли уже сюда, заскочили, мы сидели в подвале. И говорят, никуда не власти, мы здесь будем делать зачистку. Пока сидели в подвалах, они лазили везде, по гаражам, по квартирам, по всем, чем можно было. Mm-hmm. То есть это здесь поставили опорный пункт милиции, так называемый, в маске, 14 человек в масках. Ходили по компьютеру, проверяли причастность, кто где находился, кто где был там, ну, такая ситуация. Ну, то есть еще и запугивание такое. Ну, да, запугивание. А тоже. Вот общение с ними, что они говорили, как они представляли? Ну, здесь был один, приходили, здесь Сайдара, но они как бы не то, что воинственно, но приходил с автоматом, здесь сел грузин и говорит, типа, это наша земля. Мы спрашиваем, насколько вы сюда пришли, типа, наша земля, мы с первого дня на Майдане были. Типа того, что это мы не будем отступать никуда. Это вас обманули. Это вы, собственно говоря, попали в заблуждение. Ну, вам надо отсюда уходить. Мы все здесь выбьем. А потом, когда построим, все, тогда вернетесь. Саперы были, да, в этих домах. Вот этот дом, это у нас 48-й дом. В крышу влетел снаряд сверху. Застрял между третьим и четвертым этажем. Висел не разорвавшийся. Потом прямой наводкой... четырехэтажную квартиру попали. Потом в этом доме, 48-50 доме, у меня соседняя квартира двухкомнатная, лежал снаряд. Я не знаю, с чего он, не разберет. То есть его забрали тоже. Нет, он из-за этого с миномета. Миномета, да. Ну, тут вот там, вот там забрал в сарае у нас. За домами лежали снаряды. Не разорвавшихся много было снарядов. А в последнее время залетают сюда тоже? Да, очень сильно. Вот это поселок Красный Яр, Зеленая Роща, где находится. Это они это со, ближе, станицы, да. со станицы бьют? Ну, быстрее всего со станицы, потому что как бы станица здесь находится. Вот из горы смотреть, она вон. Тут 5 километров, 6 километров получается.